Всем добрый день! Сегодня мы с вами говорим о том, как правильно подкормить гортензию в весенний период времени. Дело в том, что гортензия будет цвести очень обильно, пышно, даст огромное соцветие, покажет себя, проявит во всей красе, если в весенний период времени мы дадим ей хорошую подкормку. Будет большое количество побегов, большое количество нарощенной зеленой массы, следовательно, будут соцветия, и эти соцветия будут красиво и ярко цвести. Но ни одна подкормка не будет гортензии усвоена, если ваша гортензия будет расти на щелочных или же нейтральных почвах. Дело в том, что гортензия очень любит слабо кислые, подкисленные, так скажу, почвы. Посмотрите, как обильно и красиво и пышно цветут мои гортензии в моем саду. Поэтому прежде чем подкармливать гортензии в весенний период времени, нам необходимо подкислить грунт. Что же для этого можно использовать? Можно использовать различные вещества, например, тот же столовый уксус 9%. Как только начинают набухать почки и показываться первые листочки, разворачиваться первые листочки, мы начинаем подкормку. Я подкармливаю свои гортензии лимонной кислотой. Это кристаллическое вещество. Его необходимо 2 столовые ложки, не с горкой, развести вначале в небольшом количестве воды, хорошенько перемешать и добавить в 10-литровое ведро с водой. Опять-таки хорошенько размешать и пролить ваши растения в зависимости от величины куста. Затем через 2-3 дня я использую аммиачную селитру 35-45 граммов на 1 квадратный метр. Рассчитайте в зависимости опять-таки от величины куста. После этого я развожу 15-20 граммов на 10 литров воды сульфата магния и проливаю кусты гортензии. Вместо сульфата магния можно использовать хелат железа или же хелат цинка. И только после этого вы получите обильное, красивое цветение, хорошо нарощенную зеленую массу, а значит и большое количество цветов. Ваша гортензия будет радовать вас в течение всего вегетационного периода времени. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.